Сегодня господин Алиев посетил Физулинский международный аэропорт. Как всегда за рулем. Наш главный командующий, замечательный, крутой и вечно молодой. Слева, конечно же, главный терминал, впереди полоса, справа ангары. Кстати, Ильхам Гейдарович дал указание, чтобы в этом году был готов этот аэропорт. Буквально несколько месяцев назад он участвовал в закладке этого аэропорта, и всего несколько месяцев спустя аэропорт готов. Представьте, этот аэропорт является вратами воздушными в Карабах. Вот это вот врата воздушные в Карабах, которые очень быстро, на очень высоком уровне построили. В Азербайджане. Не просто за деньги или на деньги, а с большой любовью. Это Азербайджан, ребята. Это страна, которая строит, а не разрушает. Страна, которая возвышает, а не ломает. И сегодня наши самолеты будут покрывать наше воздушное пространство, взлетая с нашей воздушной полосы. Посмотрите, какая красота. Всего за несколько месяцев проведена эта грандиозная работа. Всего за несколько месяцев. А что вы, армяне, построили в Карабахе за 30 лет? Вот это мы построили за 3 месяца. А что вы построили за 30 лет?